Да, как говорит Таня, спасибо еще раз всем, что пришли в субботу утром после пятницы, как бы выжили. Приветствую всех. Сегодня я, наверное, буду ходить или, наверное, сидеть. В общем, сегодня мы с вами поговорим о такой интересной теме, как сравнение RabbitMQ и Kafka. Скажем так, это вообще будет не то чтобы как бы интро-лекция, это будет своего рода... Перед нами возникла задача, и как бы, мы использовали эти две технологии для того, чтобы ее решить. И я вам расскажу, как бы, какой journey вообще нам предстоял. Прежде всего, давайте знакомиться. Меня зовут Витя. Я работаю техлидом и фуллстэк-девелопером в небольшой компании KMWare. В общем, как бы... Я такой и чтец, и жрец, и лицом торговец. Вот есть как бы мои контакты, обращайтесь, если надо. Ну, начнем. Прежде всего, агенда. Давайте я, наверное, чтобы не мелькать, сяду. Мне кажется, я сам себя раздражаю, когда хожу. Агенда сегодняшняя очень простая. Мы познакомимся с вами как бы с JMS, в принципе, что это такое, и рассмотрим его главную и, наверное, самую популярную имплементацию Rabbit. Я покажу небольшое демо, мы поговорим о плюсах и минусах использования этой технологии, зачем она вообще как бы придумана, скажем так, с какой целью. И попробуем сделать то же самое как бы на Kafka. Как я уже говорил, я не являюсь экспертом или там адептом какой-то из этих технологий, и там ни в коем случае не буду вам говорить, что надо использовать для вашей задачи. У нас была определенная задача, мы... как бы искали какие-то solution, вот то, что мы нашли, так сказать. То, через что мы прошли. Возможно, это кому-то будет интересно, прикольно, а возможно, для кого-то будет просто хорошим интро в эти технологии. Вот. Ну что, давайте как бы начнем с кейса прежде всего. Я постарался очень сильно упростить use case для того, чтобы, так сказать, PHI и NDA не попали на эти слайды. Но смысл как бы достаточно простой. Есть какой-то publisher app, в нем крутится какое-то веб-приложение, в данном случае построено на Vadin, это своего рода фронт-энд фреймворк для Java-разработчиков, как говорят разработчики этого фреймворка. Да. Сообщения попадают в своего рода message hub, который потом распределяется между n-ным количеством сабскрайберов приложений, которые, допустим, сохраняют или отображают данные, которые приходят из паблишера. Для простоты эксперимента, для демо у меня будет два сабскрайбера. Один — это такое же веб-приложение, второй как бы сабскрайбер должен сохранять в базу. То есть задача очень простая. У нас есть какой-то паблишер, представьте, что это фид какой-то из, я не знаю, какой-то third-party системы. Все сообщения приходят как бы в какой-то вот tool hub, скажем так, и потом распределяются между двумя или тремя, четырьмя, я не знаю, n-ным количеством сабскрайберов. Вот, задача, в принципе, такая. Давайте смотреть, как мы ее пытались решить. Прежде всего, немножечко интро с JMS. Что я могу сказать, что такое JMS? Если просто, вот, скажем так, погуглить и зайти на первую страничку, которую мне выдала Вики, то говорят, что JMS — это Java Messaging Service, и это своего рода как бы интерфейс или набор как бы, гайдов, скажем так, для отсылки сообщений между двумя или там, несколькими клиентами, скажем так. Это своего рода напутствие, как правильно имплементировать pub-sub как бы паттерн или проблему, если хотите, которая на самом деле является самым простым обзервером из банды четырех. Ну, как бы сейчас в вебе не принято вспоминать таких старых дядек, но на самом деле это то же самое. То есть JMS не является, это не приложение, не имплементация, это в принципе просто, как, если вот думать, в рамках Java это просто интерфейс, который нужно имплементировать, скажем так. Спецификация, которая была сделана еще Саном, там, back in my times, как говорят. Вот, у нее есть много имплементаций. Я расскажу буквально в двух словах про три самых таких вот распространенных из них, наверное. Это ActiveMQ, одна из первых таких вот популярных очередей в мире Java и в мире программирования, наверное. Очень-очень старенький
старенький дед, можно сказать, очередей, получается. Я, ну, то есть, сейчас его уже никто не использует в здравом смысле, но, типа, Legacy Support еще есть в приложении, и, ну, он очень интересный, но сложный для того, чтобы вот поддерживать, скажем так. Второй — это RabbitMQ, самая популярная из имплементаций, самая такая вот используема и по сей день. Мы сегодня поговорим о ней более детально. И последняя, третья, ZeroMQ, это, ну, вот, если сравнивать все эти три очереди, то для ActiveMQ и Rabbit нужен какой-то центральный хаб или менеджмент тул, который будет работать и, как это сказать, делать роутинг ваших сообщений в те или иные руки. Тогда ZeroMQ поддерживает peer-to-peer messaging, короче, прикольная штука, более заточена под, ну, я бы сказал бы, Internet of Things, то есть IoT используется там в основном. Как бы ни первую, ни третью мы вот сегодня больше не будем рассматривать, поговорим о Rabbit. Итак, ладно, я буду решать так. Rabbit или кролик, как называют некоторые мои знакомые. В общем, это одна из самых более используемых вообще GMS-имплементаций, которые есть в нашем мире. И она очень хорошо поддерживается, мейнтейнится, и вообще комьюнити просто огромная. Она была придумана и написана когда-то компанией Pivotal. Если вы не знаете эту компанию, вы можете обратиться к старкам Спринга, и там вы увидите как бы это название. То есть они достаточно ребята серьезные, известные и очень опытные. Он open-source, то есть вы можете посмотреть код на GitHub, это вообще не проблема. Можете поковырять там и просто, как сказать, обалдеть от количества кода, который написали ребята в свое время. Очень большой комьюнити, реально... Просто миллионы гайдов вы можете найти на всяких там Rose India или какие-то еще там, у каких-то еще китайцев. Просто миллионы гайдов в интернете. Очень, очень просто разобраться, и как бы это сделали уже, наверное, только самый ленивый не сделал. Они поддерживают очень много языков программирования, то есть у вас есть SDK там, буквально для Lisp даже, я не понимаю зачем, как бы, ну, или там еще для каких-то, то есть там Go, Node, Java, Kotlin, и все поддерживается. Даже для плюсов все есть. Ну и самое последнее, как бы Rabbit построен на MQP протоколе. Я вот часто, ну как бы, когда разбирался, вообще меня спрашивают, какая разница между GMS и вообще этим протоколом AMQP. Почему-то люди его путают, непонятно почему. Ну вот я постараюсь как бы ответить на этот вопрос, и возможно все станет людям понятно. То есть GMS — это вот как интерфейс, то есть набор методов, с помощью которых правильно можно отсылать данные. Но GMS не делает одну очень важную вещь, он не говорит ничего о формате данных. То есть вы можете хоть белорусскими зайчиками пересылать данные, это тоже будет GMS. И тогда ребята подумали, что это, наверное, немножечко может выстрелить им в ногу, и решили использовать как бы AMQP. Это протокол тоже распределенных сообщений, который поддерживает что-то вроде XML-like языка. То есть сообщения оборачиваются в своего рода XML с метаданными. Очень похоже на SOAP в свое время, кто еще как бы поработал. Вот, но... Я могу сказать, что типа прикольная штука, и из-за этого, вот из-за поддержки этого протокола, они дали поддержку такому большому количеству как бы языков. Давайте очень-очень просто я, наверное, high-level архитектуру опишу, чтобы было понятно, как вообще работает, вся эта, ну, все эти брокеры, все очереди. То есть какой-то сет продюсеров, который, наверное, с этой стороны будет лучше. Есть какой-то сет продюсеров, который отсылает сообщение к какому-то неведомому магическому существу, которое называется RabbitMQ Broker. На самом деле это просто менеджмент тул, который состоит из двух вещей. У него есть эксченджи и очереди. Эксченджи — это своего рода маленькие роутеры, которых может быть там n-ное количество. Они просто принимают все сообщения и с помощью нехитрой логики понимают, в какую из очередей положить ваши сообщения в зависимости от топика, допустим, сообщения, которое вы пересылаете. И потом из этих очередей, по какому-то алгоритму берут консьюмеры эти данные и обрабатывают. Ну, все достаточно просто для того времени, когда это было придумано, по-моему, очень крутая идея. Я, наверное, не буду так прям много говорить, как говорит Линус Торвальдс, как бы слова фигня, покажи нам код. И я вам сейчас его покажу. Первое демо. А как же мне так? Так не получится, правильно? Потому что я-то не вижу, что я делаю.
Я сейчас зайду, наверное. Да, я вас сейчас зайду в этот знаменитый presentation mode. В общем, если совсем в двух словах, скажите, видно, да, все нормально? Это вообще не то так. В общем, проект очень простой, как я говорил. Есть три небольших микросервиса, которые лежат как бы в одном приложении. Как я уже говорил, это Publisher, который представляет собой супер простое Spring Boot приложение, в котором есть просто настройка JMS. Она, как видите, достаточно простая. Я просто собираю контейнер с каким-то именем топика, который там вот Spring.js, незамысловато. То есть это имя очереди. И топик, короче, тоже особо незамысловатый. И с одной стороны, паблишер, чтобы совсем было красиво, у меня есть небольшой как бы V1 layout. Да, конечно. Сейчас, давайте поступим по-другому. Как насчет вот этого? Так подходит? Да, еще раз, прям хотите прямо с самого начала надо все показать? Или... Ну, давайте тогда я продолжу, потому что как бы время. Вот, и это обычный V1 layout, который как бы имеет в себе какой-то текстфилд и кнопку для отправки. Вот, чтобы как бы особо не париться. Так, а как тут exit сделать? Так. А? Да, это V1. Вам не надо его знать, и надеюсь, как бы не надо будет в будущем. То есть мы сейчас на самом деле как бы тоже выходим от этого всего. Ну ладно, в любом случае, это вот первое приложение. Я сейчас постараюсь сделать побольше. Да, это с обычным паблишем. Есть два листенера, как я уже говорил. Только не пугайтесь, они как бы написаны на Kotlin, просто потому что это немножечко быстрее было. Это тоже обычный Spring Boot приложение, как видите, есть просто настройка такая же самая как бы для листенера, которая очень похожа. Там тоже есть какой-то топик, и есть какой-то query, и у нас есть листенер, который отправляет как бы данные и, допустим, что-то делает. В данном случае с DB это просто обычный GPA-репозиторий, который сохраняет, по-моему, в H2 базу. Похожая имплементация есть на стороне веба. Та же самая настройка на стороне веба, в принципе, которая вместо этого отображает данные в реальном времени. И с помощью знаменитого как бы access метода отображает данные real-time. Ну, как бы говорить больше, наверное, не буду, покажу сразу на примере. То есть, прежде всего, RabbitMQ, у него есть свой менеджмент, он достаточно простой, его можно запустить там, то есть, вот сейчас уже вообще не проблема, с помощью докера буквально там за 3 секунды, то есть, что я сейчас и сделаю. Сам докер-файл, опять же, сделан максимально просто. Где наш композ? Вот. Есть имидж и два порта, ну то есть я особо не заморачивался, как я уже говорил, он практически написан на коленке. Логи очень простые, ничего как бы не говорится и так далее. Я сразу же запущу, пойду в Run Dashboard и запущу все три приложения, которые у меня сконфигурены. Помимо этого, Rabbit предлагает очень прикольную штуку, которая называется Rabbit Queue Management. Я сейчас постараюсь его вам показать. Выглядит он в следующем, короче. Так нормально видно? В общем, это своего рода дашборд, консоль и буквально все, что угодно для траблшутинга Rabbit. Очень крутая штука, она достается вам бесплатно и очень сильно помогает в том, чтобы вот отследить, что же все-таки произошло. В общем, тут вся информация, которая нужна, она вот тут отображается. То есть вот у меня два коннекшена, допустим, три канала, это мои три подключенных приложения. Вот тут есть экшенджи какие-то, вот свои, скажем так, внутренние. И вот одна моя, мой последний экшендж, то есть тот, который я вот сейчас создал. Как видно, сообщений пока ничего нету. Вот есть очередь, та же самая созданная вот буквально нами, в которой есть вся инфа, то есть три подключенных ноды, скажем так. Вот. Ну, ладно.
Давайте ближе к демо. Я сейчас спрячу тут все наши веб-апы и просто покажу вам вот такой вот себе V1. Он очень простой. Я как Java-разработчик в прошлом, я был очень рад, когда буквально за 3 эти можно сделать вот такое красивое веб-приложение. Потом на 8081 порту у меня работает веб-листенер, который просто содержит в себе лейбл и будет отображать новые сообщения прямо здесь. И последний сервер на 8082, наша база данных. Я тоже особо не заморачивался. У H2 есть консоль, которой я решил воспользоваться. Старый добрый GSP, вообще проблем с ним никаких нету. То есть вот я делаю селект из нашей таблицы месседж, на ней ничего нету. Окей, круто, все подключились. Теперь мы легким движением руки напишем Hello World или что-то такое и попробуем отправить. Оп, не отправилось, молодец. Вот, отправляю Hello World, сообщение приходит, я отправляю там еще, несколько сообщений, дабы все были счастливы, и мы смогли посмотреть, что же происходит. Дальше мы идем на соседний этот, видим, что какие-то сообщения пришли к нам, круто, Hello World 1, 3, 4, 5, 6. Странно, потому что отправил я 5 сообщений, а пришло 3. Подозрительно, проверяем, что есть на стороне базы. Видим, что тут есть 2 сообщения, того 2 плюс 3, 5 сообщений. И в этом моменте, когда я впервые получил такие результаты, я задумался, что происходит, почему так. Когда я начал рыться и на самом деле понял, что я самый неадекватный разработчик просто пропустил основную фичу Rabbit, которая говорит о том, что любой консюмер может забирать сообщение, если он свободен, и это абсолютно нормальная и ожиданная ситуация для Rabbit. И так, в принципе, работают все очереди. Консюмеры могут с разным приоритетом заходить и просто брать сообщения, что нас определенно совсем не устраивало. И это, конечно, было проблемой. Давайте вернемся назад к докладику. И после демо я скажу, что плюсы и минусы, какие я заметил, допустим, в работе с RabbitMQ. Прежде всего, как вы видели, очень просто сделать сетап и вообще очень просто поднять проект. Работает буквально в 2 клика, даже несмотря на... Docker — это прекрасно. Очень много там примеров, экзамплов, всякие Rose Indie, MKYONG, пожалуйста, в добрый путь. Все это его очень много. Его очень легко вообще деплоить, деливерить, то есть, опять же, Docker Image — огромный плюс. Я этого не показал в демо, но RabbitMQ поддерживает security для сообщений. Это очень прикольная штука, особенно в домене, в котором работаем мы, потому что security у нас там чуть ли не паранойя по этому поводу, поэтому для нас это был большой такой плюс. И вот единственное, что мне показалось, такое хорошее, что... Rabbit, он заточен больше для обмена сообщениями небольшого количества и для обработки данных, которым, в принципе, не нужна какая-то очередность. То есть дискрит месседжинг вот тут больше для этого было заточено. И это оказалось совсем не нашей целью со временем, мы пришли к этому выводу. Еще из плюсов есть UI-менеджмент, который я вам показывал, очень крутая штука. Вот. И последний такой плюс, по мне важный, то что у Rabbit есть wildcard роутинг, то есть вы можете просто ловить сообщения по какому-то регэкспу. Это прикольно, это классно, и иногда это очень нужно в приложениях. Не в нашем случае. В любом случае, так, а теперь о минусах. Прежде всего, Rabbit все хранит в памяти. Это плохо. Плохо с точки зрения скейлинга, плохо с точки зрения, в принципе, того, сколько ест ваше приложение с использованием RabbitMQ. И, наверное, да. Ограничение какое-то есть? Так это же Docker, пожалуйста, хотите хоть какое ограничение? Сдайте ему 2 гигабайта. Он начинает сыпать ошибки, запинается, как любое обычное приложение. Ему начинает быть плохо. Он падает. Я написал, то есть следующий у меня no fault tolerant, это как раз про Rabbit, то есть из коробки нет ничего, вообще никакой обработки. Все потому, что прежде всего, когда это писалось, когда это разрабатывалось, таких требований еще не было. Это сейчас крутые микросервисы, там circuit breaker и так далее. Лет 10 назад такого вообще даже никто не думал. То есть
Тут есть несколько стратегий. Я, ну, наверное, так, в двух словах скажу о них, потому что там очень много. То есть есть стратегии о том, как вообще recovery делать для Rabbit. Вот как только в Message Hub попали сообщения, есть возможность их зарекаверить, если там что-то вдруг упало или взорвалось и так далее. То есть, по-моему, Rabbit сливает дамп на диск, который потом можно восстановить. Но если ваши сообщения не дошли до центрального хаба, вы потеряли их. Вы просто их потеряли. Это, конечно, была проблема для нас, поэтому, забегая сразу, могу сказать, что как бы от Rabbit мы отказались просто по причине, что тут как бы чуть по-другому нам нужно больше. Ладно, в любом случае, очень сложно работать с большим количеством данных. То есть, как я уже говорил, Rabbit не был на это заточен. То есть, когда мы говорим о количестве там, 10 тысяч записей в день, то это не проблема. Но когда мы говорим там, о 500 тысяч записей за там, я не знаю, 2 часа, то это проблема для Rabbit. Он начинает, ну, в общем, ему очень плохо. Я видел в интернете кучу гайдов, в которых в этих гайдах как бы говорилось, что... Я не знаю, можно там настроить и так далее и тому подобное. Но, опять же, это все танцы с бубном. Не хотелось этого делать, потому что потом все это мейнтейнить, естественно, разработчикам. Вот, это все. Давайте запомнили с Rabbit, и теперь рассмотрим Kafka. Я буду чуть-чуть ускоряться, правильно, наверное, Таня? В общем, Apache Kafka... Open-source такая платформа, обратите внимание, вот прям как на Вики написано, она создана для стрим-процессинга. Это очень прикольная штука, как бы, как ребята подходят, например, к такой же задаче, которую я сейчас рассматривал на Rabbit, но с другой стороны. То есть платформа для стрим-процессинга месседжей. Это интересно. Прежде всего была разработана компания LinkedIn и потом была отдана, как обычно, на поруки в Apache, то есть в Apache Software. Она была написана на Scala и Java, так что как бы Scala любители, привет. Вот. На самом деле Scala подходит для стриминга прекрасно. Если в двух словах, это вот распределенный журнал со своим блэкджеком и... Я могу сказать это слово? Вот, со своим блэкджеком и шлюхами. И это очень круто. Она, ну, точнее, вообще приложение было задизайнено для того, чтобы решать какие-то вот модерновые проблемы, то есть файловер и так далее и тому подобное, circuit breaker, все эти паттерны тут очень легко и просто включаются и работают. Она хорошо подходит и работает для вот таких вот real-time application, то есть event-based каких-то, может быть, event-sourcing, вот она для этого может быть использована. Или для распределенных, например, приложений. И в основном, то есть пришла она к нам, наверное, я так считаю, из стека Big Data. Это совсем не наш стек, то есть мы с ними не работаем, но тем не менее Kafka ну, как бы сыграла для нас очень прикольную, ну, как бы помогла нам в одном случае. Вот, в общем, Kafka штука, как говорят, сложная. Иногда я встречаю людей, которые не понимают, как, в принципе, работают топики. Я подумал, что посвящу им это один слайд на презентации, и, возможно, как бы всем сразу станет легче. Тут так же, как и в Rabbit, так же, как в JMS, тоже есть топики, в которые, получается, вы, как разработчик, коммитите сообщения. Топик — это такая распределенная, неизвестная вам структура, в которой вы просто коммитите сообщение, а дальше это работает следующим образом. Каждый топик при создании как бы, имеет какое-то количество партиций. Партиция — это просто последовательность сообщений, и Kafka гарантирует вам, что все сообщения в каждой партиции будут расставлены по какому-то определенному принципу. Ну, к примеру, по дате. То есть это значит, что, допустим, в этой партиции там нулевое сообщение всегда будет там с датой меньше, чем первое сообщение. То есть она гарантирует очередность данных типа в определенной партиции. И этим, в принципе, как бы она и хороша. Как это работает с продюсерами и консюмерами? То есть продюсер просто пишет в топик определенный, тогда брокер, это Kafka уже внутренность ее, брокер тогда определяет, на какую из очередей, допустим, на какую из партишнов записать это сообщение, и тогда консюмер читается определенного офсета. Офсет — это штука, просто номер сообщения в партиции. Достаточно просто, то есть эти офсеты вы можете задавать консюмерам, и в этом как бы большой плюс Kafka. Сейчас объясню, почему. После демо. У меня, в общем, на самом деле точно такое же простейшее демо, только... Так, сейчас тут надо все потушить, а то Java со своими 8080
Мы сейчас не сможем ничего сделать с вами. Так, тушу все. И захожу на такой же проект, похожий, только с Кафкой. То есть тоже у нас есть паблишер, который содержит в себе абсолютно идентичный, практически идентичный код. У нас тоже есть какой-то layout для веба. Есть конфиг, который работает очень просто. То есть я не буду заходить сейчас просто как там в какие-то прям совсем дебри. У вас есть настройки продюсера, которые вы настраиваете, даете ему какой-то топик, и вы good to go, как говорится. Сделано все очень прикольно. Если вы можете посмотреть, какое количество вот, как бы из коробки работает сеттингов у продюсера. Если просто посмотреть на Kafka Producer Config. Да, мы попадем на вот такую вот документацию, на огромный ман, который можно залистать до смерти просто. Но я сейчас просто в двух словах покажу, чтобы вы понимали количество... Да, что ж такое, как попасть? Ладно, мы будем листать. Я перемещусь вот к таблице, в которой начинают вот брокер конфиг, конфигурация, и тут просто... Ну, я до конца не долистывал, я не знаю. Огромное количество пропертей, это значит, что как бы ваш продюсер очень сильно, как это сказать, настраивается и очень сильно твикается. Там всевозможные настройки есть. Самое главное то, что вот при настройке продюсера можно говорить о том, что ребята из коробки ввели такую штуку, как acknowledgements, то есть подтверждение того, что сообщения были прочитаны, вот, и батчинг, что позволяет вам, допустим, очень эффективно передавать данные по сети и не бояться, что они там будут потеряны. Это работает из коробки, и даже дефолтные сеттинги, которые тут есть, достаточно неплохие. И вот сейчас у нас на стейдже практически как бы дефолтная настройка работает, и все круто. Да, очень простой. Да? Опять же, как бы на Kotlin две поделочки небольших, тоже для базы данных и для веба. Тут вот разница только в конфиге. У продюсера тоже есть какой-то конфиг, который тоже вот как бы забит, никаких стрингов, все как бы по-православному. Есть автокоммиты, какие-то вот тут тайм-ауты. То же самое, абсолютно то же самое, находится на стороне DB. Вот, я написал тут, короче, небольшой YAML. Как видите, Kafka нуждается в такой штуке, как Zookeeper. Это, наверное, он так и называется, как бы Zookeeper, то есть позволяет вам управлять зоопарком технологий на вашем проекте. Не хотелось бы говорить слово зоопарк, но, блин, иногда так происходит. В общем, Zookeeper — это штука, которая позволяет вам там, как бы эффективно управлять сервисами всевозможными и так далее, менеджить. Я подумал, что, ну, как бы это все очень прикольно, но поставил себе Kafka, как бы... себе на environment, то есть себе на этот компьютер, и подумал, было бы прикольно, если мы бы запустили ее просто вот как бы из консоли. Трушно, без всякой там вот такой штучки. Я зачем это сделал? Для того, чтобы Kafka можно было поломать. Потому что мы подумали, что надо попробовать, как она вообще сама из себя, и запустить ее как бы из локалки. Для того, чтобы как бы сломать ее в том или ином смысле. И, ну, у меня, можно сказать, получилось с одной стороны. Сейчас посмотрим. Вот я запускаю Zookeeper, который стоит у меня локально. Все очень просто. Точно так же я повторяю с Кафкой. Давай, милая. Вот. Она выплевывает какое-то огромное количество сообщений. Вот тут даже какие-то ошибки, которые я тут уже понатворил. Вот. И тут у нас как бы все рабочее приложение. Мы возвращаемся с вами назад в идейку. Пытаемся запустить все эти три знаменитые штукенции, которые на тех же портах сейчас будут открыты. И я постараюсь показать то же самое. Сейчас Spring Boot тут найдет все эти. Так, вот паблишер уже запустился. Мы сейчас пойдем в него и постараемся с вами посмотреть, что тут уже в нем находится. Так, есть такой root layout. На 8080 мы с вами обновим эти вот тут все, что надо. Так, тут тоже GSP чуть подразвалился.
Вот, исходное состояние. Все приложения открыты, все хорошо. Давайте попробуем отослать что-нибудь, скажем так. Да. Я отсылаю таким же образом энное количество сообщений. Там 1, 1, 1, 1. Вот. Вижу, что из коробки как бы все мои сообщения пришли и тем листенерам, что в принципе уже круто. Но чем, и забегая вперед, чем так хороша Kafka? Вот, чем так хороша Kafka? Тем, что вот как только данные в Kafka выплюнуты, как только они выгружены туда, то есть и то, что я вам сейчас показал, это 3-5 сообщений, представьте, что таких сообщений там 400 тысяч. И когда они уже в Kafka, они остаются там навсегда. То есть с Rabbit, сравнивая с Rabbit, как только сообщение прочитано, как бы оно находится у одного из консюмеров, и это все. Дальше ну, как бы с ним никаких действий вы не можете сделать, потому что как только оно прочитано, его уже Rabbit уже ничего как бы не знает о нем, то есть как бы его просто там нету. Kafka подошла как бы немножко, то есть ребята из Kafka подошли немножко с другим подходом, то есть как только что-то в журнале, оно остается там навсегда. Ну, то есть не навсегда, вы можете поставить как бы время удаления таких вот журналов столько, сколько захотите. Вот, и вы можете читать эти данные снова и снова и снова и снова, так до конца жизни. И делать с этими данными все, что вы захотите. И тут как бы об этом всем как бы пронюхал наш архитектор. И ему это очень понравилось. Потому что подумайте внимательно, как только данные есть, вы можете подключать туда любые команды вообще разработчиков, которые могут приходить и брать ваши данные, вычитывать их и, допустим, агрегировать, делать из них репорты. В общем, там стоял визг просто из менеджеров, потому что они поняли, насколько это может быть круто. Да. Sensitive — интересный вопрос, мы сейчас его обсудим. Тут не все так прикольно, как говорится. Вот, я подумал, то есть вы скажете, типа, что ты вообще имеешь в виду, а как же тут почистить? Вот. Все очень просто, есть вот такая консольная утилитка, блин, я не знаю, видно или нет, я постараюсь увеличить. Я могу увеличить? О, ну так это же совершенно другое. Есть вот такая, короче, подделочка. Консольная, она может работать с Java, я просто для чистоты эксперимента. Вы можете запустить в любой момент энное количество консюмеров, которые как бы по вашему желанию будут либо получать такие же данные, либо получать данные частично. То есть я кину еще несколько сообщений. Whatever. Мы проверим, что как бы на наших, вот так сказать, стареньких. Все эти данные до сих пор есть, и если я пойду в консоль, я увижу те же самые сообщения, что как бы представляется абсолютно прикольной штукой. Мало того, можно делать, как я уже говорил, можно давать offset, и ваш консюмер начнет читать с определенного топика как бы ровно с того offset, который вы сказали, то есть, например, offset 0. Сейчас мне нужно дать еще partition, правильно? Что я... Из нулевого партишена мы читаем и получаем, получается, все сообщения, которые я написал за все время. Это прикольно быстро и очень как бы, открывало нам новые возможности. Потому что как бы, как только мы выплюнули данные в Kafka, мы можем работать с ними как хотим. Что я имею в виду? Что значит вообще как хотим? Перейду как бы, к следующему слайду. Как хотим, это значит, что данные можно обрабатывать, агрегировать и, допустим, представлять клиенту так, как он хочет. Я к тому, что типа репортинг, вообще какая-то статистика, обработка, и прежде всего Kafka работает намного быстрее. Ну, то есть все данные, они хранятся в файловой системе, и она работает даже, как по мне, круче, чем HDFS ходуповский. Вот. И тогда эти данные вы можете, допустим, сервить и использовать Kafka как storage. И это как бы очень прикольно, вызвало еще больше визга в моей компании. Вот. Быстренько, как бы плюсы и минусы, я уже говорил, очень супер-пупер конфигурабл, и это как бы и минус ее, с одной стороны. Но типа прикольно, вы можете твикать все что угодно. Она из коробки, как бы, ну, то есть распределенная, сразу работает в кластере. Вы можете запускать ноды абсолютно где хотите на ваших серверах. Это вообще не проблема. Там это настраивается даже как бы таким, ну, как сказать, даже таким человеком, который не знает DevOps, как я. Вот. То есть она fault tolerant, как я уже говорил, есть acknowledgements, есть
есть возможность читать, то есть у консюмеров читать по определенным стратегиям, читать данные. Допустим, когда они коммитятся прочитать сообщение, им нужно после этого тоже какое-то acknowledgement послать, что сообщение прочитано или оно не прочитано, но еще не обработано. То есть там это все настраивается, и это работает очень прикольно. Kafka сама себя балансирует с помощью Zookeeper, то есть если одна из ваших нот отвалилась, все сообщения будут разделены, там, на, допустим, на оставшиеся ноды и так далее. Для этого ничего не нужно делать разработчику, в отличие, допустим, от Rabbit. Вот, еще из плюсов, как бы, очень круто, быстро работает, то есть большой throughput и совсем маленький latency. Я могу сказать, что мы вот загружали там 400 или 500 тысяч сообщений в Kafka, ну, то есть речь идет о минутах. Это ну, для тестов, само собой, там какие-то dummy данные, но в любом случае это очень приятно, я не знаю. Возможно, мы набирали эти 400 тысяч записей 5 лет последние, а потом выгрузили их в Kafka за 10 минут. Да, все абсолютно верно. Сейчас с AWS это не проблема, в принципе. Вы можете раскрутить себе 10 нот, то есть это в принципе не проблема. Данные были очень маленькие, то есть буквально ключ и какой-то JSON-объект с 5 филдами. То есть совсем просто. Но это, ну, то есть не знаю, я вот, мы первый раз еще пробуем ее, как она будет в продакшене, пока все очень хорошо. Вот, еще одна тема, которую я не затронул, это коннекторы. Я буквально в двух словах покажу, что это вообще такое. Есть такой сайт Confluent, он ничего не имеет общего с Wikipedia, с Atlassian, вообще это просто совпадение. Есть такая штука, как коннекторы, то есть ребята из Confluent, это те же самые ребята, которые придумали Kafka, или просто какие-то third-party дополнения. Это своего рода аддоны, с помощью которых вы можете соединять Kafka, допустим, с любыми другими видами, допустим, данных. То есть самый популярный, наверное, Kafka Connect JDBC. Это штука, которая позволяет высасывать с помощью обычного JDBC драйвера, высасывать данные из базы данных и синхронизировать базу с Kafka. Очень прикольная штука. Вот есть переходник для JMS, например. Вот есть HDFS, то есть S3 тоже популярный, амазоновский, Elasticsearch, Neo-G для хипстеров, ну то есть вот это все, даже вот есть, допустим, для Rabbit и для Vertica. Вот это, по-моему, Mongo. Ну короче, это очень прикольная штука, Cassandra, написана разработчиками, протестирована, вам не нужно придумывать свои велосипеды, просто добавляете аддон и пользуетесь им. И это, короче, как бы как в любых магазинах, имеет очень много отзывов, как бы хороших, плохих, best practices и так далее. Вот. И последний плюс большой, что Kafka поддерживает как бы батчинг, то есть ваше сообщение не будет отправлено там по одному, оно может быть там собрано по какой-то определенной, там, допустим, по каким-то сеттингам будет собрано в пачку, которая будет еще потом зазипована для передачи по сети. Вот. И последняя штука, вот, как я уже хотел сказать, Kafka, она вот, ну, скажем так, глупая с точки зрения данных. Ей абсолютно как бы все равно, что вы передаете. Для нее это просто binary data или string data. Она вообще ничего не понимает, и это основной позыв как бы Kafka. Но с другой стороны, вам, наверное, нужна будет валидация, потому что вдруг там продюсер какой-то нехороший попался. К примеру, данные, которые он вам отослал, там, в них нет каких-то required полей. Для этого вам нужна будет валидация. Есть такая штука, которая называется Apache Avro. Она работает по примеру, если ты работал с XML и XSD. Это такие схемы валидационные. Вот. Они позволяют вам валидировать XML. Это работает примерно так же для Kafka, только вот тут Apache Avro. Она достаточно простая. Вот тут нехитрая конфигурация. Как бы. Мы вот сейчас это используем, работает очень круто. Вот, теперь с минусами. Ну, прежде всего, Zookeeper. То есть Kafka сама по себе не может как бы себя менеджить. То есть если какие-то там ноды падают, вам нужно обязательно как бы иметь Zookeeper, потому что он отвечает за это все, за общение с нодами и load balancing. Некоторые люди говорят, что это минус. Я не знаю. Ну, Zookeeper и Zookeeper. Ну, как бы бегает себе в докере. В чем проблема? Ну, то есть, возможно, это не такой минус. Потом, конечно, вообще... Kafka намного сложнее для понимания по сравнению, допустим, вот с любым JMS, то есть с Rabbit даже. Там я ну, буквально за один вечер с бутербродом, с колбасой и там пивом, скажем так, раскурил его. Тогда с Kafka так не получилось сделать. Она ну, намного сложнее. И вот, как это говорят сейчас модно, learning curve для изучения Kafka, он намного более выше. То есть планочку нужно было поднимать.
мониторинг, то есть вот тоже если смотреть на Revit, там есть UI, там есть ну, типа куча всего такого интересного. В Kafka всего этого нет из коробки, есть third party, два приложения с UI, они оба кривоватые. Вот. Их особо не используют, потому что, ну, как бы, обычно Kafka это логинг, хороший логинг, но иногда мониторинг может быть очень сложным, особенно если у вас куча данных. То есть тут мы уже говорим о каком-то Прометеусе и так далее, это нужно прикручивать и быть очень внимательным. Вот. Ну и последний такой минус, может, небольшой, то есть вы должны точно обозначить все топики и передавать как бы консюмерам именно вот... точное название топика, то есть как с паролем, если один символ неправильный, то все неправильно. Ну, как-то так, плюс и минус. Ну и, наверное, небольшое сравнение, я уже 10 раз повторялся. Могу сказать, что задача, которая стала перед нами, которую я показывал вам с самого начала этого доклада, она состояла в том, чтобы переписать старое Legacy-приложение, которое... Вот если я сейчас вернусь в самый к нашему примеру, все, конечно, немножко ну, упрощено очень сильно, вот, но смысл в том, что у нас вообще не было ивентов, и был простой, короче, DB-полер, который полил это приложение энное количество времени. Это старая Legacy-система, мы решили перекинуть ее на ивенты. И тогда с этой задачей Revit справился бы неплохо, на самом деле, чтобы просто синкать на, допустим, один из... на два одинаковых консюмера, которые бы разбирали эти данные и там, допустим, выплевывали их куда-нибудь и сохраняли одновременно. Но с точки зрения, что нам дает Kafka, если мы ее используем, это еще как бы дата, то есть Kafka как storage. И это дает нам возможность прийти к тому, что данные, которые мы выгружаем туда, потом могут быть доступны абсолютно всем и в любой момент времени. И это круто, потому что мы сможем как бы распараллелить работу, ничего не теряя при этом. Ну, в общем, как бы это все. Вот вам Питер. Спасибо большое. Если есть вопросы, пожалуйста. Стоите? Да-да-да. Я вот сейчас там первый был мальчик, да. Ну, вообще по Revit, по идее, у него есть persistent layer. Да. Да, то есть тут не только memory. По идее, то, что сообщения не пропадут. Если его что-то появится, она там будет. У них есть persistence, но Revit все равно хранит, ну, то есть все обертки, exchange, все это работает в данных. Ну, потому что это не только в memory, оно в persistence. Это нормально. Хорошо. Например, тоже Revit, как его готовить. Можно же не отправлять сообщения, можно же менять только ID-шники. И это означает, что можно и 15 минут засунуть, и оно будет работать. Так, а зачем вам, ну, получается, зачем вам гонять ID-шники? Какой от этого бенефит? Например, бинарники есть, мне нужно гонять бинарники между сервисами. Я же не буду засунуть бинарники в очередь. Да, зачем? Не надо вам это делать, да. Так и Revit тоже пойдет. Ну, смотрите, проблема как бы в том, что... вот эти ваши бинарники, которые пришли, вам в любом случае нужно хранить эту информацию актуальную о том, что вот эти бинарники, например, находятся в таком-то статусе и так далее. Это значит, что вам в любом случае на моем примере нужно будет обрабатывать это на консюмере. То есть вся логика выносится туда. С точки зрения Kafka все по-другому. Мы просто... Нет, процессинга. Процессинг, скорость процессинга будет тоже самое. Вы имеете в виду о том, что... Все верно, но смотрите, если мы говорим о там, 10 тысячах сообщений, допустим, то это вообще очень все просто. Если там есть эффект логический, нет, то мы будут и 15 минут тоже будем. Ну вот мы почему-то не достигли такого. Я согласен, я видел типа примеры, где настраивают Revit, и он даже где-то уделывает Kafka. Это реально существующая вещь. Но вот просто там чуваки, они вот такие бородатые уже, и говорят, типа, мы потратили, короче, полгода, вот это просто идеальный для наших задач конфиг, как бы, это неплохо, но я полгода, ну, как бы, вот не хочу тратить. Я согласен, что Revit может решить мою задачу, вот, которую... Я считаю, там и Acknowledge есть тоже. Ну вот, Acknowledgement есть, но он совсем базовый. Ну, то есть, смотрите, данные, которые вот мы гоняем, их очень не хочется потерять, особенно когда они будут на продакшене. Наверное, все данные не хочется потерять на продакшене. Это только процессинг. Данные хранятся в базе, а не в процессинге.
Ну, смотрите, давайте еще раз пример. Давайте больше на примере, тогда будет проще объяснить, наверное, всем людям. У нас есть, допустим, data feed, который приходит откуда-то вам, я не знаю. Пусть это будет RSS feed с новостями. Потом у вас это все плюется, допустим, в Rabbit. Допустим, вы передаете ID-шники. Но вам же все равно нужно хранить где-то это, эти данные. То есть, получается, у меня никакого декаплинга нету. А то есть означает, что ID-шник Твиттера идет, как бы, идет в очередь, а уже сам консюмер его как бы учитывает. И опять-таки, он учитывает и сохраняет, то есть это вот, как бы процессинг для процессинга, а не для сторинга. Я с вами абсолютно согласен. То есть если я вот сейчас еще раз повторюсь, видите, у меня была одна задача, которая реально включала в себя процессинг. И потом оказалось, что мы можем с Kafka делать процессинг и дата сторинг, который потом нам позволит кучу всего крутого, лучше, чем Postgres. Это вот мой вывод, к которому я пришел. То есть я не спорю с вами и не говорю, что типа Rabbit намного хуже, но для моей задачи, которая вот конкретно у нас была, Kafka дает намного больше бенефита. Вот и все. Это я не спорю, что Rabbit хорош. Да, вот сейчас тут спрашиваю. Скажите, вы используете Kafka, да? Это на основе персистентного, да? Ну да, часть данных, да. Были ли у вас смены формата сообщений? Была ли версионность сообщений, которые возникают различные? Нет, версион, мы еще, наверное, не такие старые, не дожили еще до этого. Ну, то есть она у нас, мы до сих пор не выкинули ее в продакшн, то есть это еще пока на уровне стейджинга находится. И пока все данные достаточно однотипные. И вот я вам так скажу, что у нас есть как бы вот основные там несколько entity. Нам достаточно просто написать небольшое приложение, которое вычитает нам заново это все в Kafka и все. И все. А потом мы, если что, удалим это. То есть тут вообще, как по мне, особого версионирования вопроса нет. Есть вопрос там с валидацией, есть вопрос с тем, как это показывать юзеру. То есть там уже эти все хипстерские GraphQL пришли и так далее. Это, то есть REST API — это другой вопрос. С данными проблем, ну, то есть мы просто вычитаем их заново. Это не так долго делается. Даже одному разработчику, который как бы понимает, что такое Kafka, там создал топик и конфигурацию и все. Ну, там два вечера и все. Вот, у меня выключился этот. Там кто-то еще хотел спросить. Да, я слышу вас. Мне на самом деле слышно, как хотите. Добрый день. Я правильно понял, что в Rabbit есть только очереди, а топиков нет? Нет, все хорошо, есть топики, есть, да-да. Да-да-да, и точно так же есть все. И в этом похоже, как бы, Kafka и Rabbit, они обе имеют и то, и то. Ну, все. Спасибо. Да. Да, со стримами, то есть вот хороший вопрос на самом деле. Я уже говорил, Kafka глупа с точки зрения данных, и вам нужен какой-то там стриминг, я не знаю, тул для того, чтобы эти данные обрабатывать через Kafka. То есть там популярные всякие спарки, скажем так, и так далее. И с другой стороны есть вот Kafka Streams, вы говорите о нем, правильно я так понимаю? Да, или WebFlux. То есть WebFlux — это такая штука, на которой, которая как бы поддерживает Spring, сейчас пятый, очень круто, прикольно. Пока еще он не в продакшн, к сожалению, у меня, например, в компании. Поэтому вопрос нет. А вопрос, что в принципе нет, мы не использовали, и реактивные базы данных, я в них не верю. Поэтому как только они появятся, вот недавно приезжали ребята из Киева, и они рассказывали про реактивные базы данных. Ну, в общем, драйверов еще нет на реактивные базы данных, и поэтому как бы... Я говорю сразу, то есть у нас, как видите, у нас этот фреймворк V1, он поддерживает асинхронщину, там очень костыльно, но поддерживает, и получается, у нас нет проблем с отображением именно что-то real-time для юзера. А Kafka работает с этим просто прекрасно, то есть как-то так. Еще кто-то хотел вопрос задать? Нет? Вопрос по поводу storage, вы используете как storage, и сравнение было с Postgres. Да, Postgres, да. Что не так с Postgres? Ну, как бы да, вы абсолютно Postgres выбросили. Так невозможно сделать, потому что, ну, как бы, вот представьте приложение, да, стандартное. То есть есть какие-то основные entity, которых очень много, но кроме этого есть юзер-сеттинги, есть какие-то еще вещи, которые в Kafka, ну, просто нет никакого смысла засовывать. И они все остаются.
Тогда, когда вот основные данные, которых миллионы, нам, допустим, нужно было сделать, проблема с аркайвингом была, нужно было сделать аркайвинг данных, и они там за последние 5 лет, их просто миллиарды. И за это очень дорого платить дяденькам из Штатов. Ну и, в общем, как бы все пришли к тому, что Kafka классная штука, потому что можно выплюнуть там до петабайта данных туда, и они будут все вам доступны, короче, по, допустим, каким-то там, ну то есть как вы это настроите, как вы выльете туда данные. Вот, поэтому Postgres остается, Postgres классная база, но когда у вас там какой-то таблице больше 100 филдов, это надо что-то делать. Это ну, неправильно, это нехорошо, за это как бы можно гореть. Вот, ну как-то так. Вот. Ну что, тогда все вопросов нет, закончим, Тань? Все, спасибо большое.